обойти остановку и... Не знаю. Блять, серьезно? Да, серьезно. Блин. Я просто поверить нахуй не могу. Просто не могу поверить в этот пиздец. Какая же кривая и конченая может быть хуёво портированная игра. Так, Nvidia. Nvidia. GT. GTX. 1080 Ti. Driver. Драйвер 451. Ну, дальше. Яндекс поиск, ты меня не понимаешь, что ли? Да не официально, официально мне нахуй не нужны, блять, официальные драйвера. А, ну, дальше. Блять, а нахуй IP-адрес писать, ёпта? Загрузка завершена. А сколько он весил? Загрузка завершена. Нихуя себе! Пол гига скачалось за секунду? Это как так нахуй? Не понял прикола. Уже за секунду, что ли, скачался? Просто тупой сайт, блядь, нахуй писать, блядь, IP-адрес. Я нихуя не понимаю. Так, где? Сейчас. NVD, AMD, NVD. Она быстро установится. Ну, они, значит, они должны предвидеть проблему. Отлететь на базе. Они должны быть к этому готовы. У меня-то ничего не отлетит. Они должны сделать защиту какую-то. Это же ясен пень, что защита должна быть. Так. Графический драйвер NVIDIA GeForce. Да нахер мне GeForce Experience надо? Графический драйвер NVIDIA. Выборочная установка. Выполнить чистую установку. При чистой восстановить все настройки NVIDIA по умолчанию, удалить все профили. Вот так сделаем. Сейчас может там экран погаснуть. Ну, ничего страшного. Лучше, да, действительно, чистую установку выполнить. Не понял. Что за хуйня? Host encoded failed to initials. Он совсем, что ли, вырубился, ёпта? Вот тебе и сервис местного деда. Ну ладно, тогда реконнект. Не знаю, реконнект тогда. Пробуем реконнект. А может она, блядь, из-за этого, то, что драйвер нельзя переустанавливать, она сбросила. Ну тогда я тогда в Детройт-то не поиграю, тогда получается. Если нельзя драйвер переустанавливать. Наверное, нельзя переустанавливать драйвер.
Да она прям со старта, она даже, блядь, не удалила ничего. Вообще ничего не удалила. Она даже просто зависла на 0%. Просто на 0% зависла и пиздец, и все. Я думал, можно переустановить, откатить драйвера. Видимо, нельзя. Она даже вот этот аудиодрайвер она даже не удалила. Просто 0% и все, даже ни 1% просто установки не было. А что тогда делать в этом случае? Я не знаю. Ай, тупость, тупость. Ладно, еще раз посмотрю, может какие-нибудь другие выходы есть. Детройт зависает. Только для графического процессора Nvidia. А вы чё, пидоры? Не могли сделать? Уёбки конченые. Нормальную игру, которая не будет зависать из-за графического процессора Nvidia? Вы чё, блядь, охуевшие? Кто портировал эту игру? Что за уёбки спортировали эту игру? Решение вылетов. Угу. Час. Да, я буду час видео смотреть. Что-то я больше не хочу в это играть. Это пиздец какой-то, я так скажу. Это какой-то пиздец, я так скажу. Не, это, ну, невозможно. Самые новые драйвера стоят, она до сих пор вылетает. Это владельцы Nvidia должны откатывать драйвера на драйвера, которые выходили год назад, чтобы нормально играть. Нет, человек нормально спортировал, на лицензии вылетает. Я смотрел, она на лицензии вылетает. Так что... Блин, у меня облако. До сих пор не выключается, видно, оно подвисло там. Видно, я что-то запрещенное сделал. Я думал, можно драйвера переустановить. Видимо, я что-то запрещенное сделал. Привет, Руслан. Это опять в браузере. Ага. А, да нет. Ах ты. Наконец-то. Короче, все, нахуй, Детройт. Сейчас посмотрю, что там с компом. Да, ничего с компом не стало. Ничего с компом не стало. Все нормально, он просто в защиту ушел и все. Привет, Иван. В смысле? Я правильно все ввел? Че вы мне мозги ебете? Че, блядь? А! Это я ошибся, да. Пятьдесят пять семьдесят, но это считается достаточно, наверное, помощнее видюха, да? Я не помню, как они отличаются. Ух ты, нихуя себе. Блин, у меня за границей вылезает. Что это за разрешение такое? Блестяще. Я не вижу, какое разрешение. What the fuck? Класс. Блин, я просто похлопаю. Просто похлопаю.
шоке, просто в шоке. Ну как так игры делают? Ну сделайте разрешение нормальное, обычное. Хер ли оно у меня вылезло вообще? Хер пойми куда. Что это такое? Где здесь конфиг находится? В какой папке? Потому что оно... В этом, в компьютере. Блин, серьезно, что ли? Охренеть, не встать. Блин, ну почему игра не может нормально сделать? Я не понимаю, в чем проблема с коробки стартовать? Почему одна игра хорошо запускается, а вторая игра нихуя? В чем проблема? Ну, сделайте все, как другие игры делают. В чем ваша проблема? Так, это, короче, Game User Setting. Не понял. Все, блядь, прикол. А где это? Блядский гандон, сука. Бля, они ёбнутые. Там настроек нету нигде. Блядский придурок, просто не могу. Надо свой старый видос по Darksiders посмотреть, конфиг оттуда скачать. Блин, чё за приколы? Но почему эта игра так через задницу работает, а? Итак. Что, не грузит, что ли? Скачать. Ага. Странно, вот Google диск что-то... А, вот открылся. Подглючил даже так немного. Блять, блять, я в шоке. Охуеть. Здесь нет такого, где разрешение меняется. Ну вот Darksiders. Нормальная игра, только что не работает. Не, наверное, не поможет, скорее всего. Край 5, оперативка 4, DDR4. NVIDIA 630M и стройка Intel. А, это ноутбук. Блин, это лаунчер. Налево. Нахер я к лаунчеру прописываю? Да потянет все до 2013-2014 года любую игру, по сути. Да любые там, Fallout 3, например, Fallout New Vegas, Dishonored 1. Давно что потянет? Прям как Red Dead Redemption какой-то. Не повезло, не повезло. Ну куда я буду спускаться-то? Шо, блядь, как подтвердить-то? Опа!
куда-то тыркнул, вроде заработало.